Командный пункт — это диспетчерская база. Отсюда координирует действия всех команд. А зачем нужны все эти лампочки? Ну, вон те. Эти? Уровень потребляемой энергии при создании гипертоннеля. Изучая наборные устройства других миров, мы обнаружили вот что. Наши врата потребляют на 10% больше энергии, чем любые другие. Но затраты сполна компенсируют наш земной интерфейс. Мы думаем, это связано с тем, как сверхпроводящие кристаллы во вратах накапливают энергию. Но есть версия, что наборные устройства производят более эффективную форму энергии.